try to speak on Srimad Bhagavatam. Прежде чем мы начнем говорить о Бхагаватам. My revered spiritual master, he instructed me that we should offer prayers to the Bhagavatam. Мой почитаемый духовный учитель говорил, что мы должны возносить молитву Бхагаватам. Krishna tulya bhagavata vibhushara shray prati shloki prati akshan ananta koi. In each and every verse of the Bhagavatam, indeed in each and every syllable of the Bhagavatam, there's unlimited meanings. Каждое слово в Бхагаватам и на самом деле каждый слог, каждая буква Бхагаватам имеет безграничное количество значений. So this will take about 5 minutes. My guru has instructed me to recite a particular set of prayers for the Bhagavatam. Это займет 5 минут. Я обычно возношу молитву, которую дал мне мой духовный учитель Бхагаватам. Нараянам намаскритям нарам шчайва наротамам Девим сарасватим вьясам тато джая мудурайат Веде рамаяне шчайва пуране бадате тата Адаванте ча мадье ча хари сарватра гиете Мукам кароти вачалам бангум лангаяте гирим Yat kripa tamaham vande shri gurum dinataranam paramananda madhavam. This is a traditional song they sing in Orissa before they recite Srimad Bhagavatam. Песня, которую в Орисе поют перед Бхагаватам. Парамананда хе мадаба падунга лучи макаранда се макаранда панакори ананде боло хари хари харинка наме вандавела парикори ве чакадола Se chaka dolanka paraye manamo rahu nirantare manamo nirantare rahu ha krishna boli jiva jao ha krishna boli jao jiva mote da 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 va Моте удара рада дава, моте удара рада дава. Дарма проджида кайта вота парамоне матсранам сатам, ведьям бастава матта басту шивадам тапа чайон муланам, шимад бхагавате махамуне крите кимба парайшвара, Садьо хридьява руддите такати бишу шу шу бистакшанат Нигамако патаро галитам фалам Шукамукара митра дравасам ньютам Пибата бхагаватам расамалаям Мохорохо расика буви бавука Анато пасамам сакшат бхакти йогам Адхоксаджи Локасья джанито видвам шчакре сатвата самхитам Ясям байшу йоманаям Кришне парамапуруше Бхактир падьяте пумша шока моха баяпаха Шримад Бхагаватам Пуранам Амалам Яд Вайшнаванам Приям Ясмин Парамахамсам Экам Амалам Гьянам Парам Гиете Татра Гьяне Вайрагья Бхакти Сахитам Найскармьям Авискритам Таччин Ван Супатен Вичарана Паро Бхактья Вимучен Нараха Арто Ям Брама Сутранам Бхаратарта Винирнаяха Гаятри Бхашарупо Со Ведарта Паври Бримитаха Сарва Ведити Хасанам Сарам Сарам Самудритам Сарва Веданта Сарам Хи Шримад Бхагаватам Ишьяте Чудра Самрита Чипта Шьянан Яктра Сведу Чикучит Кришна Бхакти Раса Сваруп Шри Бхагавата Тате Веда Шастра Хойте Парама Махат
Chari Veda Upanishade Jataki Chuhoya Tara Arta Lanavyasa Korila Sanchaya Jai Sutre Jai Rup Vishaya Vachana Bhagavate Sehi Rup Shloka Nibandana Jivera Nistara Lage Sutta Koilo Vyasa Mayavadi Vashya Sunile Hoya Sarvanasha Jaho Bhagavata Pada Vaishnavira Astane Ekanda Shrayakara Chaitanya Charane Bhagavata Jainamane Sejavana Samaha Tarasasta Achijanme Janme Prabhu Jama Bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Reading from Grantara Srimad Bhagavatam, the king of all literature. Мы читаем Грантира Шримад Бхагаватам, царь всей литературы. Canto 4, chapter 24. Песня 4, главу 24. Text number 28. Текст 28. Я парам брахма са сакшат. Я парам брахма са сакшат. Trigun ajjiva sangmitat Trigun ajjiva sangmitat Bhagavantam Vasudevam Bhagavantam Vasudevam Prapanasa priyohime Prapanasa priyohime. Others. Ya param brahma sa sakshat. Ya param brahma sa sakshat Jiva samyata Prapanasa priyohime Matajis Ya param brahma sa sakshat Trigunaj jiva sangnitat Bhagavantam vasudevam
prapanna sa priyo hime. Yaha, anyone, всякий, param, transcendental, трансцендентного, рамхасаха, рамхасаха, of the controller, повелителя, сакшат, directly, непосредственно, тригунат, from the three modes of material nature, от трех гун материальной природы, джива сангнитат, living entities called by the name jivas, живые существа, именуемые дживами, бхагавантам, under the supreme personality of Godhead, верховной личности Бога, Vasudevam, unto Krishna, Кришне, prapanaha, surrendered, предавшийся, saha, he, он, priyaha, very dear, очень дорог, he, undoubtedly, несомненно, may, of me, мне. Translation. Перевод. Lord Shiva continued, any person who is surrendered to the Supreme Personality of Godhead, Krishna, the controller of everything, material nature as well as a living entity, is actually very dear to me. Господь Шива продолжал, любой, кто предался Верховной Личности Бога, Кришне, повелителю всего сущего, владыке материальной энергии и живых существ, становится по-настоящему дорог мне. So, this is a very long purport. Здесь очень длинный комментарий. And our time is a little short. Наше время несколько ограничено. So, I'm just going to read a small portion of the purport. Я поэтому прочитаю небольшую часть комментария. And maybe tomorrow some devotee want to continue with the rest of the purport. И, может быть, завтра другой преданный захочет продолжить. Now Lord Shiva explains the reason he has personally come before the princes. Господь Шива объясняет здесь, почему он предстал перед царевичами. It is because all the princes are devotees of Lord Krishna. Причина этого в том, что царевичи были преданными Господа Кришны. As stated in Bhagavad Gita 7.19, как в Бхагавад-гите 7.19 сказано. Бахунам джанмантам джанманам анте гьянавам мам прападьяте васудева савамити самахатма судулабаха. Quote, after many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that is, such a great soul is very rare. Пройдя через множество рождений и смертей, по-настоящему мудрый человек предается мне, поняв, что я – причина всех причин и все сущее. Такая великая душа встречается очень редко. End of quote. Конец цитаты. Lord Shiva is rarely seen by common men, and similarly a person who is fully surrendered under Vasudev Krishna is also very rarely seen, because a person who is fully surrendered unto the Supreme Lord is very rare, samahatma sudurlabha. Обыкновенным людям редко выпадает удача увидеть Господа Шиву, так же, как и чистого преданного Васудевы Кришны. Ибо те, кто полностью предался Верховному Господу, редко встречаются в этом мире, самахатма судурлабха. Consequently, Lord Shiva came especially to see the Prachetas because they were fully surrendered under the Supreme Personality of Godhead, Vasudev. Из этого можно заключить, что Господь Шива не случайно появился перед Прачетами. Он пришел к ним только потому, что они были безраздельно преданы Верховной Личности Бога Васудеве. Vasudev is also mentioned in the beginning of Srimad Bhagavatam in the mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Имя Васудева также упоминается в мантре, с которой начинается Шримад Бхагаватам Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Since Vasudev is the ultimate truth, Lord Shiva openly proclaims that one who is a devotee of Lord Vasudev, who has surrendered to Lord Krishna, is actually very dear to him. Васудева – это высшая истина,
Поэтому Господь Шива открыто провозглашает, что Ему очень дорог каждый, кто предан Господу Васудеве, кто вручил себя Господу Кришне. So we'll stop there. Здесь мы остановимся. Гудаве Гудачандрая Радикая Тадалае Кришная Кришна Бхактая Tad Bhaktaya Namo Namaha Goragra Ganya Gana Gotra Galoruharam Goranga Guru Tama Gopya Dakopa Briksham Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gora Govinda Deshikavaram Satatam Namami. So this section of the Bhagavatam is speaking about the darshan given by Lord Shiva to the prachetas. Этот раздел Бхагаватам рассказывает о том даршане, который Господь Шива дал прачетам. And this is a very important principle that's being spoken of today. И сегодня говорится о очень важном принципе. This is the principle of the appearance of Shri Guru. Это принцип появления Шри Гуру. That when we're sincere to in our endeavor to find Krishna, когда мы становимся искренними в наших попытках обрести, найти Кришну, then Krishna sends his pure devotee to help us. Тогда Кришна посылает своего чистого преданного помочь нам. Dhruva Maharaj went to the forest to worship the Lord. Dhruva Maharaja отправился в лес и поклонялся Господу. And the Lord sent Narad Muni to help him. И Господь послал Нарада Муни, чтобы тот помог ему. Now, if we take this section of the Bhagavatam in the context that it's in, some questions may arise. Если мы рассмотрим этот раздел Бхагаватам в его контексте, то у нас может возникнуть несколько вопросов. How is it that we understand that the prachetas, they're great personalities, but they're doing these austerities for the purpose of getting a wife? Как так, что прачеты, которые, кажется, являются очень возвышенными личностями, они, тем не менее, совершают аскезы лишь для того, чтобы получить жену? A similar question was raised by Maharaj Parikshit in the fifth canto of Srimad Bhagavatam. Подобный вопрос возник у Махараджа Парикшита в пятой песне Бхагаватам. And Jiva Goswami quotes these verses in his Priti Sandarbha. И Джива Госвами цитирует эти стихи в Прити Сандарбе. Priya Brato Bhagavata Atmarama Katamune Grihe Ramate Yanmula Karma Bhanda Parabhavaha. He asked, Parikshit Maharaj asked Sukadev Goswami, Парикшит Махараджа спросил Шукадева Госвами, why did King Priyabrata, who was a great self-realized devotee of the Lord, почему царь Приврата, который является великим, самосознавшим себя преданным Господа, why did he remain in household life? Почему он оставался домохозяином? That household life, which is a root cause of the bondage of karma, семейная жизнь, которая является корневой причиной кармы, and which defeats the mission of human life, и которая разрушает саму цель человеческой жизни. Саңсайойам махан браман дарагара сутаришу сакташа ятсидир бабут кришне ча матю ачута. He said, this is my great doubt. В этом состоит мое великое сомнение. How is it possible for someone like King Priyabrata? Как это возможно для кого-то подобного царю Приврате? Who is so attached to wife, children, and home to achieve the topmost perfection in Krishna consciousness? Который настолько сильно привязан к жене, детям и дому, достичь высшего совершенства жизни. How is it possible? Как это возможно? Similar point is made in the third canto Srimad Bhagavatam by Lord Kapiladev. Подобное утверждение делает Господь Капиладев в третьей песне Бхагаватам. Chapter 31, text 40, he says. В 31 главе, в 40 стихе он говорит.
Yopayati sanarmaya yoshideva minirmita tam ikshitatmano mrityum trinai kupam ivavritam. He says that woman who is created by the Lord, он говорит, что женщина, созданная Господом, is a representative of Maya, является представительницей Майи. And one who associates with such Maya, и тот, кто общается с такой Майей. And how do you associate with this kind of Maya? И как же вы общаетесь с такой Майей? By accepting services from her, принимая служение от неё. Must certainly know that this is the way of death, just like a blind well covered with grass. Он должен знать наверняка, что это как смерть, точно так же, как колодец, который скрыт, слепой колодец, который скрыт травой. I'd like to read what Vishwanath Chakravarti Thakur says in this regard. Я хотел бы прочитать, что Вишнат Чакраварти Такур говорит в этом, в этой связи. He speaks very strongly. Он говорит очень сурово. Please forgive me, it's not my words. Поэтому, пожалуйста, простите меня, это не мои слова. In his Sarartha Darshani commentary, he writes. В своем комментарии Сарартха Даршини он пишет. Yet cha purusham viraktam gatva svya niskamatam vyanjanayani susrudadi misena upayati sapi anartha karniyityaha yopayittiti atra chinacharita kupasya mai jana patadviti bhavana bhavat kashyachit parshve pyanagamat sarva trodashina va bhakti jnana vairagyari mati va unmadad achetana nidrana va mitrapi va stri sarva taiva dure parityaja iti vyanjitam. He says that women are a kind of illusion created by God. Он говорит, что женщина – это своего рода иллюзия, созданная Богом. And it is very difficult to be released from the grip of this illusion. И очень трудно освободиться из тисков этой иллюзии. Hence, a person who desires his own welfare should not associate with women. Но тем не менее, человек, который желает сам себе блага, не должен общаться с такой иллюзией, с женщиной. A woman may approach a man only for the sake of rendering service to him. Женщина может обратиться к мужчине только лишь ради того, чтобы совершать служение ему. Thinking him to be very renounced. Думая о том, считая его очень отреченным. And she may proclaim herself to be very renounced also. И она может провозгласить, что она также очень отречена. But still, in spite of that, но тем не менее, несмотря на это, that man should consider her to be his wholesale destruction. Этот мужчина должен считать ее олицетворением своего собственного уничтожения. He should consider women to be death personified. Он должен считать женщину олицетворением смерти, like a well covered over by grass, подобной слепому колодцу, который покрыт травой. Even if a woman is devoted to the husband, даже если женщина предана мужу, even if she's full of spiritual knowledge, даже если она исполнена духовного знания, even if she's renounced, и даже если она отречена, even if she's fainted, и даже если она fainted, даже если она потеряла сознание, even if she's sleeping or even if she's dead, и даже если она спит или даже если она мертва, still he should not come near her. Тем не менее, он, мужчина, не должен приближаться к ней. He should always stay far away from her. Он должен всегда находиться вдали от нее. Very strong words. I hope that Matajis aren't offended with me. Это очень сильные слова. Я надеюсь, что Матаджи простят меня. We can't compromise. This is what Srimad Bhagavatam says. Но мы не можем идти на компромисс. Это то, что говорит Бхагаватам. Today I'd like to say something about grihastha ashram. Сегодня я хотел бы сказать кое-что о грихастха ашраме. This
verse and subject could be understood in many different ways what we read today. Этот стих и эта тема, которую мы прочитали, ее можно понять с разных точек зрения. But recently a number of devotees have privately come to me asking questions about Grihastha Ashram. Недавно группа преданных подошла ко мне, и они задавали вопросы о Грихастхе Ашраме. So I thought I would speak something about that. Поэтому я решил поговорить на эту тему немного. This is a relevant subject for everyone. Это, тем не менее, уместная тема для каждого. Just as a learned grihastha should also understand about brahmacharya and sannyas, so also devotees and renunciates should also understand the proper understanding of grihastha ashram. Точно так же, как знающий грихастха должен понимать уклады отреченных, саньяс и брахмачари, точно так же те, кто живут в отречении, должны понимать грихастху. First of all, this section of the Bhagavatam is an interesting point found in the 6th and 7th verses of this chapter. Прежде всего, я хочу сказать, что в этой главе есть интересные утверждения, которые делаются в 6 и 7 стихе. It speaks, text 6 speaks about Maharaj Antardhana, who is the ancestor of the Prachetas. Шестой стих говорит о Махарадже Антардане, который является предком Прачетов. He was the king. Он был царем. And as a king, it was his duty to tax the subjects. И как царь, он должен был облагать налогами своих подданных. It was his duty to find them if they did something wrong or even punish them. И также его долг заключался в том, чтобы искать, находить недостатки и иногда даже наказывать их. But he wasn't very happy with that work. Но он был очень счастлив, исполняя эту работу. He didn't want to do this. Он не хотел делать этого. So vyajena visajar jaha, he gave it up. И вернее, он не был счастлив, и поэтому он в конце концов оставил это. On the plea of engaging in different sacrifices. Он оставил это под предлогом совершения различных жертвоприношений. In text 7 in the purport, Prabhupada writes. В седьмом стихе Шрила Прабхупада пишет. Since sacrifices are generally performed by fruitive actors, it is especially mentioned here at the Trapi that although Maharaj Antardhana was externally engaged in performing sacrifices, his real business was rendering devotional service by hearing and chanting. Как правило, жертвоприношения совершают те, кто хочет наслаждаться плодами своего труда. Поэтому в данном стихе подчеркивается Татрапи, что хотя Махарадж Антардана и совершал жертвоприношения, его главным занятием было преданное служение Шраванам и Киртанам. This is a kind of duplicity. Вот такого рода двойственность или лицемерие. Isn't it? Не так ли? He was engaged in these fruitive activities, fruitive sacrifices, because his real desire was to do bhakti. Он занимался деятельностью ради плодов, кармической деятельностью, хотя на самом деле его, вернее, он делал это потому, что его истинным желанием было бхакти. He actually had no interest in those fruitive sacrifices. На самом деле он совершенно не был заинтересован в этих кармических жертвоприношениях. He just performed them to make some external show. Он совершал их лишь для того, чтобы произвести какое-то внешнее шоу, впечатление. In a similar way, my revered spiritual master, sometimes he would speak about the brahmacharis, the vanaprastas and sannyasis. Подобным же образом мой уважаемый духовный учитель говорил о брахмачари и саньясе. And he said, whatever's on the inside has to be the same as the outside. Он говорил, что то, что внутри, должно быть также и снаружи. They can't be duplicitous. They have to be very simple and honest. То есть брахмачари, ванапрасты и саньяси должны быть очень простыми, и они не должны быть лицемерными. He said, but in the case of a grihastha, he has a license to
externally be one thing, but internally another thing. Но в отношении грехаст у них есть право на то, чтобы быть внешне одним, а внутри быть чем-то другим. Just as Maharaj Antardhana was one thing externally, but another thing internally. Точно так же, как Махараджа Антардана, он был внешне чем-то одним, а внутри чем-то другим. And the Prachetas, it looks like externally, they're just doing some materialistic things so they can get a wife. И точно так же Прачеты, хотя внешне могло показаться, что они занимались какой-то материальной деятельностью ради того, чтобы получить жену. But internally they have another motivation. Но внутренне у них было совершенно другой мотив. Internally they want Krishna. Внутренне они хотели Кришну. And this external thing of looking for a wife, that's just something outside. И это внешний поиск жены, это было просто чем-то совершенно несущественным. Lord Shiva is not a bahirmukjana or an external person. Но Господь Шива не является бахирмукджана, то есть он не является человеком, который смотрит на поверхностное. He's an antarmukjana, an internal person. Он антармукджана, он личность, которая очень проницательна. As such, he understands the heart of the Prachetas. И будучи таковым, он понимал сердце прачетов. And because of that, he's appeared before them. И именно поэтому он явился перед ними. He's not looking at them, oh, you just want to be householders, you're in Maya. Он не смотрел на них, о, вы просто хотите быть домохозяевами, вы просто в Майе. He sees the inner purpose of the Prachetas. Он видел внутреннее настроение прачетов. In one lecture Srila Prabhupada gave in Mumbai, he was speaking about four ashrams. В одной из лекции, которую Шрила Прабхупада прочитал в Бомбее, он говорил о четырех ашрамах. It's very nice if you hear the tape, the way Prabhupada was speaking. Будет очень хорошо, если бы вы послушали запись, где говорит сам Шрила Прабхупада. Every time he was saying his words, Prabhupada was emphasizing the word ashram. А в каждый раз, всякий раз, когда он говорил, он подчеркивал это слово ашрам. And he said, Brahmachari ashram, Grihastha ashram, Vanaprastha ashram, Sannyas ashram. They're all ashrams. Он говорил, Брахмачари ашрам, Грихаста ашрам, Ванапраста ашрам, Саньяса ашрам. И он всегда подчеркивал, что все эти положения это ашрам. They're all places for spiritual life. Иными словами, все это места для совершения духовной жизни. And spiritual life can be performed in any of those ashrams. И духовную жизнь можно совершать в любом из этих ашрамов. The word ashram has a number of different meanings. Слово ашрам имеет также другое значение. It can refer to one of these four ashrams or statuses of life. Оно может быть связано с одним из этих статусов в жизни. The word comes from the same root as ashraya or shelter. Но слово, которое происходит из того же корня, это ашрая, то есть прибежище. An ashram can also refer to a building, like here we have an ashram for the devotees. И ашрам, это слово также может подразумевать под собой здание, как вот здесь у нас есть ашрам. So ashram is something that we take shelter of as a place to do our bhajan. Ашрам это место, в котором мы принимаем прибежище ради того, чтобы совершать баджан. And that ashram is there to help you protect your bhajan. И этот ашрам существует для того, чтобы защищать ваш баджан. If you're living in the Brahmachari ashram and there's a hole in the roof and the water is coming through. Если вы живете в Брахмачари ашраме и в крыше дыра, через которую льет дождь. You fix the hole because it may disturb your bhajan. То эта дыра, она, то есть через эту дыру будет попадать вода, это будет беспокоить вас, ваш бхаджан. So, the fixing the roof is a secondary purpose. И
починить кришу, это может быть какая-то второстепенная цель. The primary purpose is for our bhajan. Но главная цель заключается в том, что нам это нужно сделать ради баджана. We should be simple and be focused on our goal. Мы должны быть простыми и должны быть сосредоточенными на нашей цели. We're not so much interested or concerned with external dress. Мы не настолько заинтересованы или обеспокоены внешней одеждой. Once there was a man who was very sick. Однажды был один человек, который был очень болен. He was coughing up blood. И он кашлял кровью. And he also had a rash on his arm, which was itching. И у него также была рана на теле, которая чесалась. So he went to an Ayurvedic doctor. И он отправился к аюрведическому доктору. And the doctor told him, he gave him some white pills and some red pills. И этот доктор дал ему белые таблетки и красные таблетки. He told him, the white pills, you crush them and mix them with a little ghee and put them on your rash. И он сказал ему, белые таблетки, ты должен их растирать в порошок, смешивать с ги и этим намазывать свои раны. The red pills you take with some warm water and you swallow them. А красные таблетки ты должен брать теплую воду и с теплой водой пить. So the doctor told him, remember, white pills are for the outside, red pills are for the inside. И он, этот доктор сказал ему, ты запомнил? Белые таблетки для наружного применения, а красные для внутреннего. That patient wasn't such an intelligent person. Но этот пациент не был таким разумным человеком. He's just going away. He's trying to remember: white is for the outside, red is for the inside, red is for the outside, white is for the inside. И он шел и он повторял: белые для наружного применения, красные для внутреннего, красные для наружного, белые для внутреннего. And he got the pills mixed up. И в конце концов он так и перепутал. He swallowed the right pill, white pills, and he crushed the red pills and put them on his arm. Он проглотил белую таблетку, а красную растер порошок и натер на кожу. And a few days later he died. И через несколькими днями спустя он помер. It was a sad story. Это печальная история. So we should understand what is for the outside and what is for the inside. Итак, мы должны понимать, что предназначено для внутреннего, а что предназначено для наружного. Грихастха should keep the white on the outside, but have red on the inside. Грихастха, он должен белое наружу одевать, а красное быть красным внутри. Sometimes they do it just the opposite. Но иногда некоторые делают наоборот. And they try to act very renounced on the outside. И они пытаются выглядеть очень отреченными снаружи. But on the inside they're full of desires. Но внутри они полны желаний. That's called hypocrisy. И это называется лицемерие. So grihastha has to, he has a license. Out of the four ashrams, only the grihastha has a license to be duplicitous. Итак, грихастха это один из ашрамов, где разрешено определенное лицемерие. Grihastha should be attached on the inside to Krishna. Грихастха должен быть привязан внутри Кришне. But just as a brahmachari is concerned about the roof of his building, но точно так же, как брахмачари, он беспокоится о крыше своего здания. And he takes care of it to protect his ashram. И он заботится об этой крыше для того, чтобы защитить свой ашрам. A grihastha man has to take care of his wife and children to protect his ashram. Точно так же грихастха, он должен заботиться о своей жене и детях для того, чтобы защитить свой ашрам. Many times in Vedic literatures we hear that women should be protected. Множество раз в ведической литературе мы слышим о том, что женщина должна быть защищена. That doesn't mean that you get an AK-47 and you stand outside the door with it all day. Это не означает, что вы берете АК-47 и вы стоите снаружи двери целый день. It has another meaning. It means you should take care of her.
Это имеет другое значение. Вы должны заботиться о ней. It means we should understand the purpose of Grihastha Ashram. Это означает, что мы должны понимать цель Грихастха Ашрама. Smriti Shastra says. Смотрите, Шастра говорит. Samapta kama dharma avirudha sapatyam bhutraha patimatra hetuhu. The only purpose of sex life is to beget Krishna conscious children. Единственная цель сексуальной жизни заключается в том, чтобы зачинать знающих Кришну детей. Again, Smriti Shastra says. И снова Смрити Шастра говорит. Yata ritus nat svatantu yo bharyama sanido napagachi yo bharyam bruno hatyayam pachate narakashyama shaiti. If the husband refuses to have relations with his wife, если муж отказывается от того, чтобы иметь близкие взаимоотношения со своей женой, after the period known as ritusnan, her she's completed her menstrual period, после того периода, который известен как ритусnan, то есть после окончания менструального периода, if the wife is desirous of a child, если жена хочет иметь ребенка, and she approaches the husband for that purpose, и она обращается к мужу ради этой цели, but the husband refuses, но муж отказывает ей, then yobharyam bruno hatyayam pachate narakasam sayaiti, that husband commits the sin of killing a child in the womb. Тогда этот муж совершает грех убийства ребенка в чреве. And for that sin he'll have to go to hell and suffer. И за этот грех он должен будет отправиться в ад и страдать. Therefore Krishna says in Gita. Поэтому Кришна говорит в Гите. Tamaviruddhabhuteshu kamosmi paratarshava, that I am that sex life which is for the cause of procreation of God, Krishna conscious children. Я та сексуальная жизнь, которая предназначена для зачатия сознающих Кришну детей. And this is the purpose of Grihastha Ashram. И вот в этом состоит цель Грихастха Ашрама. Two of the main aspects of the vivaha yagya or the marriage ceremony are the lajja homa. Два аспекта виваха-яги или свадебной церемонии – это аджа-хома. Ладжа-хома и паниграханам. Ладжа-хома и паниграханам. The ладжа-хома – they offer oblations to the fire. Ладжа-хома – это предложение подношений в огонь. Эйратам нохари бхактихи сваха-ха. We're offering oblations to the fire that for this grihastha ashram may we have devotion to Krishna. Предлагая подношение в огонь, мы говорим, что пусть этот грихастха ашрам принесет нам преданность Кришне. Panigrahana is a ceremony when the groom takes the hand of the bride. И паниграхана это когда the groom takes the hand of the bride. Always mixing groom. The person about to get married. Жених берет руку невесты. At that time he recites a mantra. И в это время он произносит мантру. Om grinhami te sobhagatvayam hastam ayapatya jaradhasti yata asaha sanaka sanandana sanandana sanat kumara mayam twadu gharha pratyaya karshnaha. For good fortune, I take your hand. Ради великой удачи я беру твою руку. So that you may attain old age in the company of your husband. Для того чтобы ты достигла старости в обществе своего мужа. The four Kumaras, great Brahmachari sages. Четверо кумаров, которые являются великими брахмачари, мудрецами. Have given you to me for performance of household duties as a devotee of Krishna. Дали мне тебя для того, чтобы я мог совершать свои обязанности домохозяина ради цели преданности Кришне. Mother Nagapatni was telling a story the other day. Матушка Нагапатни говорила, рассказывала историю. I think it was like in 1969 or 1970. Это было где-то в 69-м или в 1970 году. The men in the movement decided that women are Maya.
мужчины в нашем движении, они решили, постановили, что женщина — это Майя. И поэтому у них были серьезные планы, как выслать всех женщин в Австралию. И тогда они думали, что мужчины будут спокойными. Я, конечно, мне не хочется вас разочаровывать, но это не сработает. Не так легко оставить дурное общение. Потому что дурное общение, оно происходит на самом деле в нашем уме. И так преданные, они подталкивали, как бы настаивали на этом, и подталкивали Шрилу Прабхупаду. И однажды утром Шрила Прабхупада вернулся с утренней прогулки. When he came into his room, he saw the several Matajis were there. They were cleaning the room and putting flowers in the room and like that. И он увидел, как несколько матаджи, они заканчивали убирать его комнату, они украшали ее цветами. And Prabhupada, then he turned to the men and he said, "These ladies, these are not women." И тогда Шрила Прабхупада, он повернулся к мужчинам, и он сказал: эти женщины, они не являются женщинами. These are Vaishnavis. Это Вайшнави. My Guru Maharaj, he used to say the word stri, which is commonly used to refer to women. Мой Гуру Махарадж говорил, что слово стри, которое обычно используют для того, чтобы назвать женщину, is actually a non-gender noun. На самом деле оно это имя существительное, не имеющее какого-то рода. Stri can refer to men or women. Стри может относиться как к мужчине, так и к женщине. Stri means someone who increases the material energy. Стри означает того, кто увеличивает материальную энергию. So for a man, a woman may be stri, or for a woman, a man may be stri. Поэтому для мужчины женщина может быть стри, а для женщины мужчина может быть стри. My Guru Maharaj said that if you see a rope and you think it's a snake. Мой Махарадж говорил, что если вы видите веревку и думаете, что это змея, то разве это недостаток веревки? Это ваш недостаток. Поэтому точно так же, если кто-то видит женщину и считает ее очень, чем-то очень плохим, то вопрос в том, недостаток ли это женщины или мужчины. In Sajjana Toshani, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur is described Grihastha Ashram. В Sajjana Toshani Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati описывает Грихастха Ашрам. He describes there that a Vaishnav marriage is not the same as a Vedic marriage. И он описывает, что вайшнавская свадьба, она отличается от ведической свадьбы. He said, in a Vaishnav marriage, it's not that the wife is serving the husband, or the husband is serving the wife. В вайшнавской семье не просто жена служит мужу, а муж жене. How can one Vaishnav accept service from another Vaishnav? Потому что как один вайшнав может принимать служение от другого? He says, rather, they see each other as devotees and they serve each other for the pleasure of Guru and Krishna. Скорее, они смотрят друг на друга, как на преданных, и они служат друг другу, помогая миссии духовного учителя. They don't see their partner as someone who's meant for their pleasure. Они не видят своего партнера как кого-то, кто предназначен для своего наслаждения. And he said that a grihastha Vaishnav, a man, should accept a woman that he considers to be a better devotee than himself. Similarly, a woman should accept a husband whom she considers to be a better devotee than her. Мужчина должен принимать жену как преданную, которая
гораздо больше преданно, чем он сам, а жена должна принимать своего мужа как преданного, который гораздо более предан, чем она. He says, but generally the guru doesn't encourage his disciples, he doesn't allow his disciples to get married. Он говорит, что обычно гуру не разрешает своим ученикам вступать в брак. Because he sees that it's very rare that they have the proper attitude for getting married. Потому что он видит, что очень редко у них есть правильное умонастроение для того, чтобы создать такую семью. Generally, the husband will see the wife as an object for his pleasure, and the wife will see the husband as an object for her pleasure. Потому что обычно муж рассматривает свою жену как объект, предназначенный для его наслаждения, а жена наоборот. And that's not grihastha ashram. Но это не грихастха ашрам. Grihastha ashram is that ashram, a place where we do spiritual life, where we offer everything for the pleasure of Guru and Krishna. Но грихастха ашрам – это место, где мы занимаемся духовной жизнью, и все, что там есть, мы предлагаем для служения, удовлетворения Гуру и Кришны. It's not the same as brahmachari ashram or sannyas ashram. Он отличается от брахмачари ашрама или саньяса ашрама. Prabhupada wrote a letter to Mandali Bhadra in 1969. He said, generally, if one can remain a brahmachari, it's very convenient. Он пишет, обычно, если человек может оставаться брахмачари, то это очень удобное положение. And from brahmachari, one can take sannyas. И потом брахмачари может принять саньяс. But in this age of Kali, Bhaktivinoda Thakur recommends. Но в этот век Кали Бхактивинода Такур рекомендует. That it's better to cultivate Krishna consciousness as a householder. Что в этот век для культивирования сознания Кришны можно делать это как домохозяин. So that has to be done in a proper way. Но это нужно делать правильным образом. Mana Samhita, for example, says that women should never be chastised. Например, в Мана Самхите говорится, что женщину никогда не нужно отчитывать. Because they're very soft-hearted, I know they'll just cry if you say something harsh. Потому что они очень мягкосердечны и я знаю, что если вы скажете какие-то грубые слова, они начнут плакать. And Mana Samhita says that it's a duty of a grihastha to give nice clothing, give sweets, it particularly says sweets and sweet words to the wife. И там также говорится, что нужно давать, дарить жене одежды, сладости. Там так и говорится, что сладости и сладкие слова. Prabhupada wrote a letter in 1972 to one grihastha devotee man who wanted to take sannyas. В 1972 году Шрила Прабхупада сказал одному грихастхе, который хотел принять саньяс. He said there, if you've taken a wife for grihastha life, why are you neglecting her? Он сказал ему, что если ты принял жену ради жизни грихастхи, то зачем тогда ты пытаешься оставить ее? That's not Vaishnav. Это не поведение Вайшнава. Vaishnav means one is very responsible. Вайшнав означает человек, который очень ответственен. If he's a householder, he must be responsible. Если он домохозяин, то он должен быть очень ответственным. I cannot give sannyas to any devotee who's not proved himself to be responsible in all respects. Я не могу дать саньяс ни одному преданному, который прежде не доказал, что он ответственен во всех отношениях. Better you prove yourself first by being an ideal householder and forget all this nonsense. Прежде ты должен лучше, чтобы ты доказал, что ты ответственный грехаство. In 5th of August 1971, Prabhupada wrote a letter to one grihastha devotee whose wife was pregnant. 5 августа 1971 года Шрила Прабхупада написал одному грихастхе, чья жена была беременна. Prabhupada said, you should forget about taking the sannyas for the time being. Он пишет ему, ты должен на время забыть о принятии саньяса.
Unless your child is born, there's no question of taking sannyas. До тих пор, пока твой ребенок не родился, нет даже вопроса о том, чтобы ты принимал саньяс. Now you should take care of your wife. Сейчас ты должен позаботиться о своей жене. The woman should be cared for, especially during pregnancy. О женщине необходимо заботиться, в особенности в период беременности. At the time of the marriage ceremony, there's a promise that the husband will care for the wife throughout her life. Во время церемонии, свадебной церемонии, грехаста обещает, что он будет заботиться о жене до самой старости. When the child is grown up, then the husband can take sannyas. Когда ребенок вырастет, тогда муж может принять саньяс. So for someone in the grihastha ashram, they have to take care of their house, their ashram. Для человека, который является домохозяином, он должен заботиться о своем доме. For that married man, his ashram is his wife. Для женатого человека его ашрам — это его жена. So part of a grihastha man's duty is to love his wife. И частью обязанности грихастхи является любить свою жену. Part of their daily service should be. И частью его ежедневного служения должно быть. They should tell their wives. Они должны говорить своим женам. I love you. You're beautiful. Я люблю тебя, ты прекрасна. And they should really mean that. И они должны в действительности это иметь в виду. Yes, we know we're not our bodies. Конечно, мы знаем, что мы не являемся нашими телами. And your wife also knows that. И ваша жена, она также знает об этом. But they need to hear that. Но они нуждаются в том, чтобы слышать And if это. You don't tell them that, и если вы не скажете им этого, someone else might tell them that. То кто-то другой может им об этом сказать. And then a big problem may come. И тогда может прийти большая проблема. Mother Nagapatmi told me this also. She said in the early days in ISKCON, she saw so many grihastha men leaving their wives and running away with other women. Матушка Нагапатни мне рассказывала, что в ранние дни ИСККОН она видела, как очень часто грихасты, они оставляли, бросали своих жен и убегали с другими женщинами. Because in those days there was no respect if you were a grihastha. Потому что в те дни, если вы были грихастхой, то к вам не было никакого уважения. And all the grihastha men wanted to show they were very staunch and like brahmacharis. И поэтому очень многие грихастхи, они хотели показать, что они очень такие стойкие, отреченные, как брахмачари. Once one devotee came to me very proud. И однажды один преданный подошел ко мне, он был очень гордым. Prabhuji, I'm very strict with my wife. И он сказал мне: Прабуджи, я очень строг со своей женой. I don't touch her. Я не касаюсь ее. I agreed, I'll shake her hand once a month. И я согласился пожимать ей руку раз в месяц. We were all very surprised when a month later his wife became pregnant. И мы очень удивились, когда через месяц его жена забеременела. He knew some kind of secret handshake, I think. Возможно, это произошло от от рукопожатия. And then what happens, because of this artificial renunciation, the marriage is broken up. И нет ничего удивительного в том, что вследствие его отреченности этот брак разрушился. The wife becomes disturbed and unhappy. The husband becomes disturbed and unhappy. В таком случае жена становится беспокойной, и муж становится беспокоенным. And there's a fall down. И тогда происходит падение. They leave that Vaishnav devotee spouse. Они оставляют такого преданного супруга или супругу. And this is a social concern because it has a very detrimental effect on our society as a whole. И это имеет также очень разрушительный эффект в социальном смысле. If someone has accepted a wife, the purpose of the marriage is to have a child. Если кто-то принимает жену, то цель брака иметь детей. In Vaishnav culture, our purpose is to expand our family. В нашей вайшнавской культуре
Ее вайшнавская культура заключается в том, чтобы расширять нашу семью. And everyone is working for that purpose. И каждый трудится ради этой цели. The brahmacharis and sannyasis, they're doing that by preaching. И брахмачарии, саньяси, они делают это при помощи проповеди. By that they want to make more devotees and increase our family. Они таким образом пытаются увеличить количество преданных и таким образом увеличить нашу семью. And the grihastha devotees, and especially the ladies, the mothers, have a very sacred duty. А грихастхи, женщины, жены преданные, они делают это, они имеют тайную цель. To have God-conscious children. Они хотят иметь сознающих Бога детей. Vedic culture is a culture that worships women. Ведическая культура – это культура, в которой поклоняются женщины. I've noticed in modern Ukraine they also worship women. Я заметил, что здесь на матушке Украине здесь тоже поклоняются женщины. But it's not in the same way they do in India. Но это совсем не так, как это делают в Индии. In modern culture, women are worshipped as sex goddesses. Я прошу прощения. В современной культуре поклоняются женщине, но здесь поклоняются женщине как богине секса. And about the age of 13 or 14, all the boys begin to worship them. И в 13-14 лет все юноши начинают поклоняться им. They follow the girls around like dogs. Они бегают за девушками как собаки. And they fall at the ladies' feet and they give them chocolate and candies and whatever. И они падают к стопам девушек и предлагают им шоколад или конфеты. And for the ladies, it's pretty intoxicating. It's pretty nice to be a goddess. И для девушек это очень опьяняюще выступать в роли таких богинь. But the problem is in this kind of society that goddess status doesn't last so long. Но проблема в том, что в этом безбожном обществе это положение богини, оно не продолжительно. After the lady gets married and has a baby or two and a few ice creams and pizza, later on she becomes a little bigger. И после того, как девушка она выходит замуж, и она, у нее появляется ребенок или двое, и после того, как она съедает несколько пицц или тортов, она немножко становится больше в размерах. Can anyone answer my question? What is the largest produced commodity in the world? Кто-то может мне ответить на вопрос, какой продукт производится больше всего в мире? Anybody have any idea? Есть у кого-то какая-то идея? Sugar. Told sugar. 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 No. Нет. Sometimes people they guess cars. Некоторые люди иногда говорят машины или мобильные телефоны или телевизоры. Нет, нет. The number one product produced in the world today is garbage. Прежде всего, самый производимый продукт в мире это мусор. We have a garbage culture. У нас мусорная культура. And people even so much so when they go to buy a brand new thing, they know I'm going to buy this, but in six months I'm going to throw it away. И любой человек он знает, что я вот сейчас собираюсь купить совершенно новую вещь, и через 6 месяцев я ее просто выброшу. I get a new cell phone, and 2 years later I'll throw it away and get a new one. Я возьму вот мобильный телефон, и через 2 года я его выброшу. It's a nice looking cell phone. Хорошо выглядит. Similarly, I marry a nice looking girl. И точно так же я женюсь на очень хорошо выглядящей девушке. And a few years later she becomes a little fat. И через несколько лет она пополнеет. No problem, I get rid of her and I get a new one. Нет проблем, я избавлюсь от нее, я возьму другую. It's a garbage culture.
Потому что наша культура это мусорная культура. In India, ladies are worshipped as mothers. В Индии женщинам поклоняются как мам, матерям. A progressive culture is that culture which gives opportunity for ladies to have respect as mothers. Прогрессивная культура – это культура, в которой женщинам дается возможность почитаться как им поклоняются как матерям. And in Vedic culture, those ladies are respected even more than the men. И в ведической культуре к женщинам относятся даже с большим почтением, чем к мужчинам. Narada Pancharatra describes. В Нарада Панчаратре говорится. Адо самучарит радхам пасчат кришнам ча мадавам випаритам яди патит брамахатям лабет друвам. Why do we chant the name Radha before the name Madhav? Почему мы поем имя Рада перед именем Мадхава? We do that because if you do the reverse, if you say Madhav's name before Radha's name, then you get the result of killing a Brahman. Если мы будем делать наоборот, и мы будем повторять имя Мадхава перед именем Рады, то тогда мы будем получать результат убиения Брахмана. Why? Почему? Shri Krishna Jagatam Tato Jagan Mata Charadika Pitu Sad Gonon Mata Vandya Puja Gariyasi. Because Krishna is the father of the world and Radharani is the mother of the world. Потому что Кришна является отцом этого мира, а Радарани является его матерью. And the mother is 100 times more worshipable and higher in point of respect due than the father. И мать на 100% более достойна поклонения и уважения, чем отец. There's a saying in Hindi. На хинди есть пословица. Mata nukumata putra ku putra balohi. The mother is never bad, even if the son is bad. Мать никогда не является плохой, даже если сын плохой. In Vedic culture, there's Prakriti and Purush, Shakti and Shaktiman. В ведической культуре есть Пракрити, Пуруша и Шакти, Шактиман. And the feminine energy follows the male energy. И женская энергия наследует за мужской. It's not that one is better than the other. И это не означает, что одна энергия лучше, чем другая. But in point of respect and worship due, the energy is even more worshipable than the source of the energy. Но в отношении почтения то энергия достойна даже большего почитания, чем источник энергии. In a society where there's no respect for mothers, women are always very nervous and disturbed. В обществе, в котором не оказывается должного почтения матерям, женщины всегда обеспокоены. But in that culture where women are given love and affection as a position of mother, then they feel very satisfied and peaceful. Но в культуре, где женщинам оказывается почтение, уважение, и о них заботятся, они чувствуют себя очень удовлетворенными и счастливыми. Sometimes a grihastha couple is not able to have a child. Иногда грихастхи пары, они не могут получить ребенка. But with a child or without a child, the lady should be respected as mother. Но с ребенком или без, женщинам нужно относиться как к матерям. She should be treated with love and with respect. И нужно оказывать ей почтение и выражать любовь. And in our Vaishnava Sangha, if they're not able to physically have a child, then we have to increase our family through preaching. И в нашей вайшнавской культуре, если они не способны физически иметь детей, то тогда они увеличивают нашу семью через проповедь. But the main principle is love should be there. Но главный принцип заключается в том, чтобы там присутствовала любовь. Sometimes devotees, they protest this idea. Иногда преданные не протестуют против такой идеи. Sometimes Srila Prabhupada says there's no such thing as love in this material world.
Иногда Шрила Прабхупада он говорит, что в материальном мире нет такого даже понятия, такой вещи, как любовь. But on the 30th of April 1970 in Los Angeles he gave a lecture. Но 3 апреля 1970 года он прочитал лекцию в Лос-Анджелесе. He said we should not only love God, but we should make friendship with devotees who are loving God. И он сказал, что мы не только должны любить Бога, но мы должны заводить дружбу с преданными, чтобы любить Бога. That is society. И он сказал, это и есть общество. Our society is devotees. Это наше общество, это наше. We should not only practice to love God. Наше общество — это общество преданных. И but we should make friendship and love the devotees also. Мы должны не только практиковать любовь к Богу, но мы должны заводить дружбу и любить преданных. This is spoken about in the Satvata Tantra. И об этом говорится в Сатвата Тантре. Hari lila satochara parishu satatam dvaya karya pritistava harir yata bhakti nanashyati. We should learn to love devotees. Мы должны научиться любить преданных. Vishnujan Maharaj used to preach to the brahmacharis. Вишнуджан Махарадж обычно проповедовал брахмачари. And he told them you should have loving friendship with the brahmacharis. И он говорил, что вы должны иметь любовь и дружбу с брахмачари. He said if you don't have loving friendship with the brahmacharis, you're going to end up loving a woman. Он говорил, что если у вас между брахмачари не будет любви и дружбы, то тогда вы закончите любовью к женщине. We should learn to love devotees. Мы должны научиться любить преданных. And love doesn't mean lust. И любовь в этом случае не означает вожделение. Love is described in this verse in Satvata Tantra. И любовь описана в этом стихе из Сатвата Тантры. Hari lila satochara parishu satatam dvaya karya pritistavaharya. Priti means love. Прити означает любовь. We should love devotees by coming together and chanting together, hearing Krishna katha together, doing service together. Мы должны любить преданных, собираясь вместе, слушая Кришна катху, воспевая киртан и совершая служение. Sometimes grihastha men have actually come to me and ask me. Иногда преданные грехастхи они подходят ко мне и спрашивают. Prabhu, is it okay to be attracted to your wife? И они говорят: Прабху, скажите, это нормально как бы привлекаться своей женой? Вернее, быть привязанным к своей жене. И я думаю, что это за вопрос? Если вы не привлечены и не привязаны к своей жене, то зачем вы женились? Да, предполагается, что вы привязаны к своей жене. But primarily you should be attracted to your wife because she's a devotee. Но главным образом вы должны быть привязаны к ней, потому что она преданная. And you should love her for that. И вы должны любить ее за это. And you need to make her feel fulfilled and peaceful. И вы должны позаботиться о том, чтобы она чувствовала себя умиротворенной и как бы состоявшейся. It's part of your sacred duty as a grihastha man. И это одно из тайных обязанностей мужчин грехастов. С искренним чувством вы должны сказать ей: ты очень прекрасна, и я люблю тебя. Если вы не будете говорить ей этого, то она будет обеспокоена. И даже несмотря на то, что она знает, что она не это тело и что нет такого понятия, как материальная любовь. Но это требуется для того, чтобы защитить ваш ашрам. Если вы не делаете этого, и если она услышит эти слова от кого-то другого, то тогда будет проблема. In the Brihad Bhagavatamrita, there's a conversation between Narad Muni and Hanuman. В Брихад Бхагаватамрите мы находим разговор Ханумана и Нарада Муни. And Hanuman tells Narad Muni.
И Хануман говорит Нараде Муни. Брихад Бхатадарам Махасмамс Тамсча Гахарстям Дхарминаха Самраджа Вяптритан Матва Мапарада Витобава. Hey, Narad Muni, he said, you and I, we're both celibates. Он говорит Нараде Муни, что ты и я, мы оба сохраняем целибат. But don't let your intelligence become clouded by the offensive idea that we're better than the Pandavas because they're householders. Но пусть же наш разум никогда не затуманится идеей того, что вследствие этого мы лучше, чем Пандавы, которые являются домохозяевами. And he goes on to describe to Narad Muni that Yudhisthira loves his wife. И он продолжает, описывая, что Махараджа Юдхиштхира, он любит свою жену. And he loves his children. И он любит своих детей. He says, but na priya deha sambandhan, not because of the bodily connection. Однако он говорит, что это происходит не вследствие телесных связей. Na chatur varga sadhanat, not because they're going to help him reach the four goals of material life. И также не потому, что они помогают ему достичь четырех целей жизни. Param Shri Krishna Padabja Prema Sambandhata Priya. He loves them because they're so attached to Krishna. Но он любит их, потому что они так привязаны к Кришне. This is our society. И вот это наше общество. We have to learn to love devotees. Мы должны научиться любить преданных. And if we don't have loving relationships between devotees, we'll go somewhere else for it. И если мы не найдем таких любовных отношений с преданными, то мы будем искать их где-то в другом месте. So many times we see devotees going on the street and preaching to people. Так часто мы видим, как преданные идут на улицу и проповедуют людям. We practice bhakti yoga, the yoga of love. Мы практикуем бхакти йогу, йогу любви. And the devotees, they're like professors in the science of love. И преданные – это профессора в этой науке любви. И когда они преданные, они слышат об этом, они думают, о, это звучит удивительно. Я тоже хочу быть частью такого общества. И затем они приходят. Но если они видят, как преданные, они сражаются друг с другом, они видят, как грихастхи, пара, семейная пара, они сражаются. Они видят, что женщина плачет, потому что ее муж неправильно обращается с ней. Или же они видят, что семейная пара разрушает, разводится, и они женятся на ком-то другом. И что же они будут думать? These are the professors of love. Да, ну да, вот это вот профессора любви. This is the science of love, sure. И вот это, не всяких сомнений, это наука любви. So first, before we can preach, we have to establish deep relationships with the devotees. И поэтому, прежде всего, прежде чем проповедовать, мы должны научиться строить любовные отношения с преданными. It doesn't mean lusty, materialistic relationships. И это не означает полные похоти, материалистичные отношения. Это означает любовь и дружба, которая основана на сознании Кришны. И ради этой цели прачеты приняли гуру. Они хотели жениться. But their purpose in getting married is not the same kind of purpose as people in this material world. Но их цель в том, чтобы жениться, была совершенно отличной от того, ради чего люди делают это в материальном мире. They want to have a sacred marriage. Они хотели иметь священный брак, which is grihastha ashram, a place where we make spiritual advancement. Который является грихастха ашрамом, местом для духовного продвижения. So many things are there on this subject. В этой теме есть очень много предметов. Это лишь совсем немного.
Grantara Shrimad Bhagavatam ki jai. Shri Shri Gauranitananda Prabhu ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Samaveda Bhaktavinda ki jai. Gaur Premanande Vancha Kopadaru Vishcha Kudva Sandhubye Vacha Paditanam Bhavani Bhu Vaishnavi Bhyo Namo Namaha. Thank you so much for giving us your wonderful association. Большое спасибо за то, что вы давали нам свое удивительное общение. I think it's a little late. Я думаю, что сейчас уже немного поздно. И все, кто должен идти на свое служение, пожалуйста, делайте это. Maybe if Achyuta Priya Prabhu or Adi Kavi or some other devotees, some matajis want to make some comments, if there's any questions, we can hear some of that. Но если, может быть, Ачюта Прия Прабху или Ади Кави Прабху хотят сделать какие-то комментарии, то пожалуйста. Any comments or questions from anyone? Okay. Please, all grihastha devotees, please protect your ashram. Пожалуйста, все преданные грихастхи, пожалуйста, защищайте свой ашрам. We'll have a strong society in that way. Тогда у нас будет сильное общество. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premananda hari. В милость Мадхавананда Прабху ки джай. Шри Шри Гауранитай ки джай. Шри Прабхупада ки джай.